На мой канал подписаться не хочешь? Макс Олмайт называется. Там ты и распаковочки интересные найдешь. И прохождение игр тоже интересных. Поэтому ты там это... Заходи! Если что... Смотри, подписывайся. Ссылочка в описании будет. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот уже у нас очередной юбилей, 90 тысяч подписчиков, и мы не будем изменять своим традициям, и послушаем, вернее всего, я, канал Корона Сергеевича подготовил для меня очередные вопросы, на которые я должна ответить и угадать, кто там исполнитель, и, в общем-то, и узнать, насколько я хорошо теперь уже знаю ваших исполнителей и насколько я хорошо с ними знакома. Но в связи с тем, что 90 тысяч подписчиков – это все-таки много, хочу вас, так сказать, обнадежить и сказать, что из-за того, что мы уже набрали так много подписчиков, вас ждет в ближайшее время еще много интересного, которое мы подготовили специально для того, чтобы разнообразить наш контент. Ну, собственно, я так вот чуть-чуть вас поинтриговала, а сейчас я буду угадывать тех, кто будет петь. И в прошлый раз я так сильно опозорилась, и боюсь, что в этот раз у меня будет тоже тяжело. Как-то чем дальше, тем тяжелее для меня. Ну, давайте будем надеяться, что в этот раз я все-таки угадаю больше ваших любимых исполнителей. Каждый раз волнуюсь, как на экзамен. Вот я уголкалки. Ой, елки-палки, не знаю, кто. Кто у нас там так поел без дыхания? Не знаю, кто. Парижа травкой, как в 16, моя мама с батей. Это... давно горбятся, мне не надо представляться, когда... Не знаю, Джей. Позор, я Джей не узнала. Так здорово, когда рядом есть кто-то постарше. Точнее, когда я не самый старший в компании. Весело... Это Гуф, я узнал, это Гуф, точно. Мой возраст выпаливает. Радуют кроты в переходе, которые втроем подходят. А, это Джарахов. Это какая-то там успешная группа Цок-Цок. Я ее тоже узнал. Первую песню, вот что-то такое, бездыханным останусь. Кто-то знакомый. Я не подсматривала, скажу потом. Вот я двух угадала. С кем мы вместе жили, любили, взлетали, падали. Где же вы, браты? И в ночи слезы до мольбы. Их взял схоронить. Это какой-нибудь... Джек Калиб, может быть, но не знаю, кто это. А, Рэм Дига. Я такой же, как они, ты же это знаешь. Играй гитара по струнам, чтобы за душой прямо. Это, наверное, этот, Егор Крид, что ли? Не знаю. А, Мод, блин, да вы кто такой хороший? Ну, я Мод один раз слушала, жалко. Писки на старт, и глазки горят, в ее сторону взгляд, брызги и водопад. Она целует мою шею. Не знаю, Тони Раут. Но я его тоже редко слушаю. А ты лети к нему, лети. СМС-очка, подбодри его в пути. Это как... Я не знаю, кто это. И затушит сигареточку. И, конечно же, пришлет. Нифига себе, Верка Сердючка. Я ее уже 100 лет не слышала. Это, наверное, ЛСП? Или фараон. Табласку не узнала, только что слушала. Рэперы хотят все в топ. Как тебе вот этот флоу? Это, знаете, такого похоже на Лиску. Западный клон. Для меня изи как блок. Для меня диссы легко. Тебе не занять мой. Ура! Три угадала, три. Жмет руку после диссы. Крутим, вертим жирного. Ты от души лобали Чикасова жирного. В себе души раба найдут насквозь прошитого. В районе живота в конце лета паршивого. О, ну я АТЛ тоже как-то плохо знаю. Мера существует. Это, знаете, это Монеточка. Или Луна. Наверное, Монеточка. А-а-а, Сюзан. Я самый грязный заяц. Бакс, ой, понятно.
кидают деньги в скалу. Кто это у нас Бакс Банница? А, ну это явно этот самый фараон. Она прется с меня как шкала. Да? Или Тимати? Но это они его подделывали, поэтому я Миллионы волн в темноте. Дом в темноте тоже недавно слышала, кто такой Оксимирон. Мой дьявол не носит Прада, он бьет в дом. Марку. Уверенным шагом уже идет. Вы что, слушайте, мне сказали, что легкое будет, обманули. We started fighting. Ой. Every night we fell in love. Ну это ж свои, свои. Кто? Кто это? Рыбак. Знаешь, что это свои? Обещал забыть, но не забыть, что было. Ты обещала помнить вечно, но забыла. И так каждый день наш пролетал под... Это какой-нибудь Бахти? Больше, чем ложь под пудрой, не отходишь... Ура! Ура! И угадала неожиданно для себя. Я жил в местах, где твоя не ступила б нога. Беги, дорога. Это какой-нибудь многознал или еще кто-нибудь? Не видел в старых английских домах 10 соседей, каждый эмигрант и писанный даун. Как заеб... А, Джонни Бой. Я его тоже редко слушаю. Будет кино, если браться за ствол. Хватит злобы. Ну кто там? Этот был, Элджей был, фараон. Фараона не было. Скриптонит. Скриптонит как фараон. Стен четко. Раскрошится. Ну это Пугачева. А, ни при чем это. Пугачева, она же с Николаевым дружит, правильно? Нет, мне не холодно. Я рожден в проруби. Был крик. Закрытый в себе, как матрица. Мне сын тут отвлекает. И это вряд ли поможет. Я этих Хованского не узнала, потому что я даже уже Николаева с Пугачева перепутала. Им всегда мало, мне нужно почистить карму. Я не знаю, кто это. Я собирал чемоданы так часто, что мне уже мало. Один переезд на неделе я скала башкой кивала, качала да. И это этот сопротивляла моему Мияги, Эншпиль или кто там? Мияги, да? Это моя награда. А, Эншпиль, ну ясно. Я потрясен до конца. Ну они там вместе в одной кучке. Спить воды, да пойти. Ну, я в очередной раз опозорилась, что я 3 или 4 угадала. Вы знаете, меня всегда это... Когда вот... Когда со стороны все легко, да? А когда ты начинаешь, вот даже Николаева с Пугачёвым путаешь, это ж вообще кошмар. Вот, вроде знаешь песню. Вот кто же первый? Я даже не посмотрела. Я сейчас просто вернусь еще раз. Мне просто интересно... Я не знаю, кто это был, но... Мне, знаете, я прошу у Короныча Сергеевича давать мне не 10 секунд, 15 в следующий раз, чтобы я все-таки могла чуть-чуть сориентироваться. Сейчас подумаю, кто там первый-то был. Что-то такое знакомое. А кто? Такое знакомое. Но бездыханным останусь. Ну кто это? Ну вот только что. А, Жак Энтони, понятно. Точно, мне же это, я думаю, что-то такое знакомое, и мне так понравилось это, вот именно вот это. Почему-то я забыла кто. Еще позорище. Я снова опозорилась, ну что делать? Вот такая я.